Последствия мощных ливней устраняют на Северном Кавказе. Около 9 тысяч человек оставались без света в Чеченской Республике. А в Северной Осетии дождь чередовался с градом. На улицах Владикавказа автомобили буквально плыли по дорогам. Многие машины в результате непогоды получили повреждения. Пострадали и сельхозугодья. Похожая картина в Дагестане и Карачаево-Черкесии. Осадки ожидаются и в столичном регионе. Согласно прогнозам, на Москву обрушатся дожди, грозы и порывистый ветер. Объявлен желтый уровень погодной опасности. При этом сегодня будет тепло, чуть выше 20 градусов, а уже с середины недели станет немного прохладнее, но к выходным к нам снова вернется солнце.